Обстановка Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки остается относительно стабильной. Обстрелов не зафиксировано. Используя договоренность о прекращении огня, украинские силовики продолжают активно проводить инженерное оборудование позиций районов по всей линии соприкосновения. Также продолжают проводить передислокацию частей и подразделений у линии соприкосновения. По данным нашей разведки, южнее населенного пункта Гранитная, 500 метров до линии разграничения сторон, в районе лесопосадки установлено сосредоточение МТЛБ 6 единиц с двухосными буксируемыми орудиями 2А-36 Гиацин Б 4 единицы, МТ-12 Рапира 2 единицы и САУ 2 единицы. В районе населенного пункта Гнутова, 8 километров от линии соприкосновения сторон, установлено местонахождение РСЗО БМ-21 Град 2 единицы. В районе населенного пункта Клинан-Бык, 14 километров от линии соприкосновения, отмечено прибытие автомобильной техники с боеприпасами для РСЗО в количестве 8 единиц. За последние сутки еще трое военнослужащих вооруженных сил Украины перешли на сторону вооруженных сил ДНР в районе Новоласпы. С их слов подтверждается низкий морально-психологический уровень военнослужащих вооруженных сил Украины. Это связано с тем, что у большинства военнослужащих нет возможности связаться со своими семьями. У многих срок службы уже закончился. Но командование продлевает контракт автоматически. Также отмечается тот факт, что подразделения правого сектора пренебрежительно относятся к регулярным войскам и используют как заградительные отряды, что вызывает негодование и враждебность со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины. Хочу отметить, что несмотря на предпринимаемые усилия командования вооруженных сил Украины по повышению боевой готовности войск, мы видим явное разложение и нарастание чувства безысходности среди личного состава.